Я думаю, у каждого из нас есть какие-то свои стереотипные мышления, свои мнения по поводу различных брендов автомобилей. И у меня тоже они есть. И если бы меня спросили, что такое Toyota, я бы сказала, Toyota — это качество. Качество, безопасность, надежность. Точка. Но я повстречала автомобиль, который заставил чуть-чуть пересмотреть мое мнение об этом японском бренде. И этим автомобилем стала 8-я Toyota Camry. Даже когда только я ее увидела, я уже заинтересовалась и подумала, как так, Toyota сделала что-то такое, от чего не оторвать взгляд. Но дальше было еще интереснее, мы познакомились поближе, и я хочу вам рассказать, почему вам тоже стоит присмотреть свое мнение о Toyota, если оно было таким же, как у меня. И начнем мы, конечно же, с внешности. Возможно, тех, кто привык к сдержанным образам этого бизнес-седана, такие эффектные изменения могут слегка смутить. Но все же новая Toyota Camry явно планирует расширить круг своих почитателей за счет яркого дизайна. В седане не осталось и намека на скучный директорский автомобиль. Теперь новый стиль и яркие акценты. Toyota Camry притягивает взгляд и отправляет его на поиски необычных нюансов внешности авто в игре света и тени. Содержание у Toyota Camry соответствующее. Любуемся центральной панелью, все новое и другое. Черный лак, элегантная отделка из коричневой кожи с прострочкой, правильный классический руль. Взгляд скользит по экстерьеру, все элементы к месту и правильно сочетаются между собой. В топовой комплектации есть две позиции памяти положения водителя за рулем. Здесь только электропривод, будь то рулевая колонка или кресло. Справа для водителя ряд кнопок управления. В наличии функция подогрева руля, о которой совсем не хочется вспоминать теплым летом. А вот наличие вентиляции передних сидений как раз то, что сейчас нужно. Все эффектно и со вкусом. А из минусов, пожалуй, не самый практичный в использовании, но такой эффектный глянец. Хочу вам презентовать и новый салон Camry. Он нисколько не уступает внешности автомобиля, также изящен. Посмотрите, и отделка, и материалы, все на уровне. Впервые развернулась, так скажем, центральная главная панель управления к водителю, но это нисколько пассажирам не мешает. Я своих сегодня нескольких опросила, им нравится пассажирское место, впереди их это не напрягает. Теперь пару мелких деталей. Я заметила, что даже черный лак, которым отделаны, например, панельки на дверях, у них есть блестки. То есть понимаете, что машина хочет нравиться, и нравится в том числе и женщинам. Устраиваемся на втором ряду. Оправдаются ли наши ожидания? Конечно же, место с лихвой. Невысокий человек волен вытянуться, как пожелает. Трехзонный климат-контроль создает благоприятную атмосферу. Вообще место очень комфортное. Здесь можно, я считаю, и работать. В принципе, вот этот подлокотник позволяет разместить лэптоп. Так как машина идет мягко, в принципе, вам будет комфортно смотреть в экран, вас не будет трясти. И, соответственно, машина как хороша как и для водителя, так и для пассажиров позади. Так что Camry очередной раз меня радует. Сам багажник вполне вместителен, но мы не должны забывать, что Toyota Camry не претендует на звание грузового автомобиля, поэтому к багажнику придираться смысла нет. Суть этого седана в другом. Если учесть, что основные силы конструкторов были брошены на улучшение ходовых качеств автомобиля, если вспомнить, что в тестовом авто мотор 3,5 литра мощностью 249 лошадиных сил и 8-ступенчатая коробка, то в таком исполнении Toyota Camry претендует в первую очередь на похвалы со стороны водителя. Для любителей драйва есть подрулевые лепестки для переключения передач. Особо подчеркнем наличие пакета систем безопасности в японском седане. Camry не даст вам сбиться с пути, предупредит о смещении с полосы, побеспокоит сообщением о других транспортных средствах в слепых зонах, недовольно пропищит при нарушении вами скоростного режима, ведь она отлично распознает дорожные знаки. Четыре камеры панорамного обзора помогут заметить любую помеху. Скорость и комфорт важны, но Toyota всегда ставит безопасность в приоритет. Toyota Camry все-таки автомобиль городской, потому что седан, даже она чуть-чуть там на 5 мм стала ниже, вот в этом восьмом варианте своем. Но зато у нее поменялся центр тяжести, вообще машину сильно перенастроили, и сейчас она стала еще более цепкой, еще лучше держится за дорогу.
И поэтому я против каких-либо компромиссов. Я за Camry 3.5 249 лошадей, чтобы вы прочувствовали всю ту работу, которую проделали инженеры, чтобы вы ощутили, как она теперь едет, как она вас везет, как она отрабатывает все дорожные препятствия и как она, самое главное, разгоняется. Комфортный, драйвовый, эффектный автомобиль, на котором очень много все привлекает внимание в городе. Поэтому, я думаю, вы не разочаруетесь. И все-таки топовая версия, пожалуй, она без компромиссов, она лучшая. И присмотритесь в первую очередь к ней. Надеемся, наш женский взгляд на новую Toyota Camry заставит и вас присмотреться к этому автомобилю. А как только вы подойдете к ней ближе, она уж точно вас не отпустит, и вам придется не только ею любоваться, но еще и получать удовольствие от вождения. Так что спешите, вы еще скажете нам спасибо. Вот увидите.